Приветствую всех на канале. Прошлое видео, которое я выпускал про литиевый рынок, давал торговую идею по акции LAC. Если кто-то воспользовался, всех поздравляю, акция сходила хорошо. Я закрыл половину и жду в понедельник развязки, потому что акция продолжает свой рост. Я показывал график немножко не тот, это был график канадской биржи. На американской бирже сейчас эта акция стоит 10,5 долларов. По 8,5, получается, я ее покупал, по-моему. То есть уже очень неплохой рост. Посмотрим, чем все это закончится. Сегодня решил записать еще одно коротенькое видео. Попалась классная идея торговая на ближайший, там, я не знаю, может быть, месяц. И, в принципе, я вижу здесь потенциал 2-3 икса, наверное. Это компания Vion. Кто не знает, это Билайн. Это владелец Билайна. И сейчас Vion довольно серьезно припал в последнее время. На самом деле, не копался в фундаментале, в чем связано это падение, но сейчас акции стоят 1,38 доллара, и мы видим прекрасную дивергенцию на недельках. Очень хороший сигнал к покупке, и мы видим, что акция уже пошла свое движение вверх. Часики выглядят вот так, то есть здесь уже очень хороший рост. Возможно, она откорректируется от скользящей средней немного, но потом дальше, мне кажется, она продолжит расти. Дивиденды сейчас 20%. Наверное, стоит почитать, что там серьезно происходит с этой компанией. Для кого, кому эта идея нравится, посмотрите на выходных. Возможно, что-то накопаете интересное, напишите в комментариях. Я тоже, может быть, посмотрю. Я купил эту акцию прямо сейчас по этой цене. Посмотрим, чем все это закончится. Мне кажется, если подержать месяцок, может вполне она дорасти до уровня 2 и выше. Дивиденды 20% сейчас. Надо только понять, будут ли они платить или нет. Возможно, уже были какие-то сообщения о том, что дивиденды выплачиваться не будут. Вот мы видим, в марте были дивиденды 7 центов. Но на инвестинге все еще есть сообщение о том, что дивиденды платятся. Они, судя по всему, платятся 2 раза в год. Следующий дивиденд у этой компании, видимо, будет только в феврале-марте. Но все равно, мне кажется, такую прекрасную картинку по дивергенции будут отрабатывать. Уж больно она дешево стоит. И видите, что эта акция на коррекцию на американском рынке, в принципе, по барабану она идет вверх и растет. И здесь еще даже на дневках мы не зашли в перекупленность. Так что, наверное, ближайшая коррекция можно смотреть по 4-часовому таймфрейму, когда мы зайдем уже в какую-то перекупленность. Возможно, будет небольшая коррекция. И если вы не хотите сейчас покупать, есть какие-то сомнения, можете купить ее на коррекции. Ну а что, если ее не будет? Так что, смотрите, идея прекрасная, я уже и воспользовался. Рассказываю только то, что делаю сам, что не делаю, никому не рекомендую. В общем, это не призыв к действию, это призыв к тому, чтобы задуматься, возможно, вам эта идея понравится. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы вдруг что-то знаете про эту компанию, чего стоит знать всем, кто хочет войти в эту идею. Спасибо за внимание и до встречи на этом канале.